Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Окей, 100 долларов. Так, у нас скоро будет 500 бакинских. Зайдем в магазин, откроем с тобой бесплатно колоду. И нам здесь Ксевер Монтес выпадет. Ага. Так, давай сразу, наверное, выполним задание на нашего Криса Брэдфорда. Мы прокачиваем ему все средства хороши. Ой, тут еще очень много. 3 комикса, короче, нам нужно сейчас с тобой вытянуть. Но что-то мне подсказывает, что либо-либо. Смотри-ка, хорошо идет. Я уже думал, будет опять плохо. Смотри, нашли. Нашли мы с тобой 3 комикса. Так, а что нам еще нужно? 9 биноклей вот этих вот. Ну ладно, давай посмотрим, как у нас пойдут дела с нахождением. Слушай, неплохо идут. А елки-палки, только вот скажешь, что неплохо идут, и начинается какая-то трабла. Нет, ну на самом деле вроде бы все четенько. Так, отслеживающее устройство. Опять. Ну хорош, ну серьезно. Ну ладно, я шутканул. Ну, не дают. Не дают, все, фортуна кончилась. Причем так неожиданно. Не, ребят, не хотит давать мне мои биноклики, к сожалению. Так, и нам нужно еще с тобой будет найти 5 штук, потом 12 кружек. И это только мы прокачаем на 5-ю ступень, на 5-ю, а нам нужно до 6-й. Ладно, пока перебьемся, заберем свои награды. И нам нужно поднять уровень персонажа, верно? Точно. Мутагена у нас с тобой сколько там? 19 тысяч, мало, конечно. Маловато, хватит нам на Криса? Хватает. Ну что, ребята, 78 уровень, еще 2 левла, и он будет 80-м. Это тоже неплохо. Ну что, как я сегодня вам и обещал, мы для начала сыграем на арене, а потом мы пойдем с собой на смятение из другого измерения. Так, здесь по испытаниям у нас пока все закрыто, 2 дня до начала. Это именно на Черепашью Бурю и на Клан Фуд. Так, а на турнирке я, ребят, нахожусь в Лиге Сёгунов, ранг 36-й. Опять меня все-таки сбросили, да? Но да не беда, я отступать не намерен и буду продолжать идти в топчик. 17 откатов у нас с тобой есть, а значит, я могу использовать полтинники. Верно? Верно. Раз, два, три. Единственное, что здесь нужно опять перестраховываться. Ну, например, здесь можно взять Шархана или Тигриного Когтя. Он будет у нас чисто как подавляющий дебафер. Вешать на них дебаф, если, конечно, в этом будет такая необходимость. Но, как видишь, Леонардо не дал никому сделать даже и хода. Сразу всех порешал. Тем лучше для нас и тем хуже для нашего оппонента. И мы с тобой переходим, наверное, на 23-ю, да? О, на 17-ю позицию. Это даже лучше. Здесь выберем с тобой Ярослава. Опять же забираем нашего Леонардо. Так, кстати, здесь 65-66 уровень, поэтому так легко все не будет. Давай-ка мы, наверное, возьмем с тобой Паукуса, а к нему в придачу мы возьмем вот этих вот ребятулек. Ну, опять же, тебе повторю, что есть определенный риск. Если Леонардо сейчас не положит, особенно Сплинтера, то Сплинтер, скорее всего, положит кого-то из нас. Ну, видишь, тут все пока удачно. Так, этот вешает иммунку на себе. Угу. Так, Паукус, давай-ка, вали их всех. Все четенько. А вот если бы Паукус бы не добил бы, тут уже бы начались действительно проблемы. Ну, мы их избежали на этот раз. И переходим. Да, ребята, мы вернулись с вами в Лигу Мастеров. Уже, как говорится, одна звезда. А мы только начали, да? И у нас с тобой очень-очень много персонажей. Поэтому не стоит расстраиваться. Плюс откатики наши. Мы должны сегодня, наверное, добраться до Лиги Мастеров 3 звезды. Ну, постараться хотелось бы, конечно, постараться. Давай-ка возьмем вот так вот. И здесь тоже нужна подстраховка. Я возьму, наверное... Я возьму здесь, наверное, Ваню. Нет, не Ваню. Возьму Змейка Вьюна. Это будет точная гарантия того, что никто у нас не упадет. Хотя у Змейка Вьюна, если честно, инициатива так себе. Ну что же, приступим. Давай посмотрим, сколько нанесет урона Лео. Так,
Ты видишь, да, опасочка в чем заключается? Меня здесь больше всего на самом деле страшил Макмен. Но мы от него избавились. О, массовая атака. Хорошо, что никто у нас не упал. Да, это было ожидаемо. Ладно, давай хильнемся. От морозильной кошки все равно урона не дождаться. Эть, видел, как крысиный король просто сделал пощечину и Донателло дуплился. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Так, 97-я позиция была и становится 80-й. То есть 17 ступенек мы с тобой пролетаем в среднем за бой. Да. Значит так, мы берем с тобой Амара. Мы берем с тобой Леонардо. Так, подожди, не надо лезть. 64-й, 67-й уровень, да, получается у нас. Меня только вот напрягает Леонардо здесь. Возьму, пожалуй, я сюда нейтрализатора. Мне кажется, здесь от него будет больше толку. Потому что он имеет тоже массовую атаку. Ну-ка. Ага, выжил, значит, Микеланджело. Кого он будет бомбить? Ну, естественно. Нет, нет, не надо, парень, ходить. Даже не вздумай. Так, у нас будет Шреддер ходить. Слушай, а потом, скорее всего... Интересно, Рокстеди успеет сходить или нет? Если я применю... Блин, я не знаю, или хиляться, или... Давай все-таки я применю массовый удар. Посмотрим. Что? Вот я, по-моему, доигрался, да, друзья мои? Эйприл, на тебя вся надежда. Да чтоб тебя. Блин, ну давай вот так попробуем. Ху ты нафиг, аж отпустила. Аж отпустила, я просто подумал, ну все, ребята. Сейчас моему Микеланджело будет крышка. У него ХП там было на соплях, ребят. Ну действительно тебе говорю. 63-я позиция, ладно. Блин, так рисковать больше нельзя, если честно. Давай попробуем найти с тобой 23 кубка. Во. Сразу же Крис выпал. Но здесь, соответственно, и риски большие. Потому что 74 уровень. Я думаю, что здесь, скорее всего, нам придется, наверное, брать Усаги. И, ну, остальных вот так вот, ребят, по порядочку. Слушай, мы еще с тобой не добрались до Лиги Мастеров 2 звезды, а уже какие-то проблемы пошли. Ну, давай, Усаги, отжигай, пожалуйста. Не надо, как говорится, хандрить. Надо держаться бодрячком. Так. Почему ты вот на этих не повесил постепенный урон? Именно два Донателло, эти два крепких персонажа, и он не смог повесить на них постепенку. Хорошо, Бибопчик, спасибо тебе большое, ты выручил команду всю, потому что эти прыщелыги могли бы нам здесь сделать трюпку, особенно на Ксеверомонтуса. Так, ладно, давай смотреть, куда мы с тобой переместимся. Где-то позиция 45-я, да? 46-я, окей. Продолжаем нашу эпопею. Подожди, а где... А где семидесятники? Вот, вот, Крис. 75-й уровень. Блин, конечно, когда два персонажа делаешь из отката, очень накладно получается у нас. Очень накладно. Ну, другого варианта нету. Если я возьму одного Леонардо, ну, они всех покрошат потом в дальнейшем. Поэтому я беру здесь именно Усаги и Леонардо вкупе. Они вдвоем здесь, конечно же, раздают звездюлей, и то, я тебе скажу больше, не всегда. Бывают такие промашки. Тут Майки упал, отлично. Отлично, ребята, все за счет постепеночки. Постепенка хорошо добивает противников, особенно когда у них мало здоровья. Ну, четверть остается, да, от помол ХП. Все, ребята, считай, он готовченко, если на нем висит постепенный урон. Ну что же, 29-я позиция, я так понимаю, еще два боя нам с тобой, да? И мы будем уже в Лиге Мастеров 2 звезды. Да что же вы мне даете 16-22? Дайте 23 кубка, а? Вот. Виз. Это у нас, ребята, Виз. Это я. И берем твою же налево. Конечно, командочка здесь. Особенно вот эта вот Мондагека, именно Муха, да? И Кирби. Одни хиллеры, да баферы, так скажем. Да, командочка такая критичная. То есть, если даже... Предположим, Усаги с Леонардо добить не смогут, то пиши пропало. Потому что Кирби, Муха и Мондагека, они ничего здесь вообще сделать не смогут.
И вот этого я боялся, ребята. Вот серьезно тебе говорю. Ну ладно, Рокстеди еще убьет постепенно урон. Ну как с Донателло быть? Твою ж налево. Он 74 уровня, друзья. 74 уровня. На тебе. Это ожидаемо. Может, ускоримся на дорожку? Сейчас кто-то отдуплится. Нет, смотри-ка, Мондагекко выжил. И слава богу. Теперь я могу сказать, что Донателло кранты. Слушай, я немножко даже удивлен, а почему он так мало нанес урона по Мондагекко? Ты видел, да, сколько он отнял? Даже половину хп не снял. Нет, я ничего не говорю, я только за. И мне нравится, что так получилось. Ну, очень подозрительно. Он 74 уровня был. Хм. Ну что, друзья мои, наверное, у нас это будет переходящий бой. Так, опять Амар. Ну смотри, на этот раз дают кубков мало. Почему они занижают все время эти параметры, а? Дайте мне 16-23 или 17-23, как это там? 17-23, вот. Вот он, Амар. Я же говорю, у него должно быть вот такое количество. Ладно, ребят, давайте берем своих бравых бойцов. Так, Джастин, Ванька и Караечка. Сейчас будем развешивать люли. Так, у него тут Мондагекко есть, есть Эйприл. Ну-ка, давай-ка всыпем хорошенечко. Два бойца, по которым идет пониженный урон, кстати, от Усаги. Вот. Вот это я называю идеальный заход. Видишь, постепенно урон висит абсолютно на всех. Если даже сейчас Леонардо ничего не сделает, ну как, не добьет всех, то это сделает постепенно. И как было, в принципе, сейчас с Рафаэлем видение. Ну, а мы с тобой двигаемся. Я так понимаю, переходим в Лигу Мастеров 2 звездочки. Ну-ка, проверим. Так точно. И позиция у нас 98-я. Так, у нас еще есть с тобой 3 боя с Леонардо и Усаги. 3 боя есть, но есть также и проблемочки небольшие, потому что у нас заканчиваются герои. Мы в прошлой серии с тобой дошли до куда? До Лиги Мастеров 3 звезды, если не ошибаюсь, 50-я позиция, да? Или 2 звезды мы там были? Что-то я не припоминаю. По-моему, до 3-звездочного, да, все-таки дошли? Ладно, не имеет значения. Так, практически идеально, кроме вот Донателло. Почему-то, я не знаю, врожденный иммунитет или что у него. Он постоянно сопротивляется. Постоянно тяжело на него повесить, да, постепенный урон. Ну и мы с тобой продвигаемся дальше. Я думаю, где-то 85-я позиция, ну, должна быть. 82-я даже, окей. Так, еще 2 боя у нас с тобой. И я возьму, наверное, Катрину. Я беру с тобой Катриночку. Так, раз, два, три. И получается у нас раз, два, три. Раз, два, три. Ну да, еще 2 боя. Все, ребята, как раз где-то до полтинчика, я думаю, мы с тобой доберемся здесь. Ну что же, бросаем бомбочку. Про инициативу тебе рассказывал, поэтому зэк, понятное дело, ходит первым. Опа. Ну и остается только лишь добить Донателло здесь и Рафаэль видение. Все, все шикарненько. Продвигаемся дальше. Так, это у нас была 82-я позиция. Посмотрим, куда сейчас мы с тобой переместимся. 67-я, отлично. Полтишок точно будет у нас. Единственное, что у меня откатика не хватит одного, да, чтобы взять. Ну, там, в принципе, хай. Так что мы можем даже сделать с тобой вот так. Возьму Лео. Подожди-ка. Раз, два. Ну да, раз, два, три. И возьмем с тобой, наверное, двух потом слабачков. Но здесь надо кое-что немножко переделать. Я уберу отсюда Рафаэля и возьму лучше Донателло. Вот такой вот командой. Сам не знаю, зачем я сюда взял голимую имбу. Здесь можно было бы взять Леонардо, да, предположим. Одного Леонардо, например, Донателло, акулу и кого-то из 40-х, 45-х уровней. И, в принципе, все бы мы здесь с тобой разрулили. Ладно, сделано, то сделано. Так, минус. Ну и добивочный, я так понимаю, Тармагона. Хотя не факт. Нет, факт. Факт. Ну что же, друзья мои, переходим с тобой на следующий, последний, я так понимаю, бой на сегодня.
именно на лиге, естественно, а не по игре. Я тебе говорил, будет полтинник. Вот тебе и полтинник. Поехали. Так, здесь кого бы нам взять? Ну, давай вот возьмем Максимку. Берем Максимку. Раз. Так, два. Три. Ну и кого-нибудь из... О! Рафаэль фильм. Кстати, не хватает у нас, ребята, одного левла, да? Чтобы его прокачать на полтинничек. Что-то он там 49 как-то ни туда, ни сюда. Некрасиво смотрится, да? Как вы там говорите, вытекут глаза у перфекциониста? Хе. Так, ладно, ребят, тут идеально все. И добиваем. Все. Ну, теперь уже можно со спокойной душой идти, как говорится, на смятение из другого измерения и проходить вторую, ребята, локацию. Так, а место будет у нас, наверное... Оу, даже 36-е. Даже 36-е, ребята. Так, я что-то немножко попутал. Мы с вами в прошлый раз закончили как раз на Лиге Мастеров 2 звезды. А почему я подумал, что мы уже с тобой в трехзвездочном? Вот это да, вот это я, ребята, опережаю события, конечно. Нет, ну если бы я, например, сел бы вчера вечером, да, как раз откатики произошли бы, и поиграл бы за кадром, то сегодня мы, я думаю, были бы в Лиге Мастеров 3 звезды и при всем при этом в топчике. Ну, это уже, как говорится, рассусоливать не будем, потому что что могло бы, да как бы было бы, да если бы дедушка был бы бабушкой и так далее, да, все это не для нас и не про нас. Приобрести я ничего не могу. Все, друзья, чешем, чешем на смятение из другого измерения. Так, здесь мне, вот здесь мне осталось пройти черепашек, ну, а здесь я только лишь зашел, поэтому полностью все эти локации нужно будет пробежаться. Так что приступим вот отсюда. Так, я одного не понял, почему это у меня Леонардо чутка покоцанный. Хм. Так, подожди-ка, может быть мы уберем отсюда. Слушай, я не знаю, я оставил Бакстера Стокмана, но я хотел бы взять, наверное, Рокзара сюда. Ладно, давай посмотрим, как у нас тут получится. Одно непонятно, почему Леонардо не достает хп. Вроде бы его никто не бомбил. Так, начинается. Майки, это вот выкрутасы свои делает. Это понятно. Мы тоже, как говорится, в ответочку делаем. Надеюсь, постепенно урон на всех повесится. Нет, только на троих. Слушай, ну Леонардо сейчас добьет их. Это я тебе 100% говорю. Все. Довольно легко и просто мы с ними разбираемся. Ну и двигаемся с тобой дальше. Естественно, у нас нет с тобой суператаки на Усаги и на Леонардо. Так, а здесь нам придется пройти... Оу, сколько тут вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Десять локаций. Ну что же, погнали. Оставим с тобой, наверное, Бакстера Стокмана. И, как говорится, видишь, тут опасность в чем? Противники 80 уровня, да, все. И у нас с тобой Бакстер, да. Кстати, Майки надо тоже немножко подкачать. Че это он у меня 88 уровня? Как-то ни туда, ни сюда. Смотри-ка, грибок забомбил. Молодец. Так, заблокировали Кирби. Но добить не добили. Все, отдыхай. Так, давай-ка эту маленькую фею уничтожим с тобой. И переходим на последний бой. Так, два Рокстеди. Плюс Бибоп и Муха. О, тут, наверное, надо брать в оборот Муху. Так. Твою ж налево, что делать будем? Наверное, уничтожим все-таки Муху. Теперь уничтожим вот этого вот Рокстеди. Так. Давай, наверное, теперь вот сюда бомбанем. Хопа. Готов, холодец. И вот этого добиваем. Не смог добить. Странно, странно. Бакстер, я от тебя, конечно, ожидал большего. Причем первый удар, который он сделал,
он понизил ему защиту. По идее, у него нет защиты, да? И второй удар нанес ровно столько же урона. Почему? Непонятно. Так, ну что же, давай тогда двигаться сюда, в этом направлении. Оставлю я Рокзарчика здесь, пускай немножко побомбит. И у нас тут Бакстер Стокман. Ну что ж, поехали. Давай заблокируем, наверное, ему способности. Ага. Губешки я раскатил. Но в любом случае, Лео его уничтожит, а этих шитиков мы с тобой... Хотел сказать, мы с тобой легко разберем. Ага, разобрал. Так, Рафаэль делает ответку. Добиваем эту жестянку. Хиляться я пока не буду. Все нормально. А, у него контратака. Угу, промахнулся, понятно. Ну что, переходим с тобой на вторую волну. Сразу отмечаем, ребят. Как видим, вот такую команду в первую очередь берем Хана в оборот. Мы прекрасно знаем, что Крип может сделать провокацию. Но Хана надо в первую очередь разбирать. Потому что если мы будем тратить время на Крипа, он будет из-под тяжка потом бомбить. Он сделает дебаф, Хан, поверь мне, сделает дебаф. А потом своими мощными атаками вот эти ребята всех могут разобрать. Поэтому не рискуем. Пиццелицы тоже имеют одну, даже две массовые атаки. Но я тебе скажу, что они не настолько мощные. Так. Ну, с этими ребятами мы разбираемся с тобой довольно легко. Причем тебе скажу даже больше. Хан наносит удвоенный урон именно по Бакстеру Стокману, если ты хочешь знать. Он его может снести практически с одной плюшки. Это уже проверено мной. Ну что ж, ребята, двигаемся дальше. Пойдем вот так, наверное, в круговую с тобой, да? А хотя не получится у нас с тобой в круговую обойти. Почему? Потому что нам нужно будет с другого конца. Ну, сейчас увидишь. Так, ну что, здесь у нас Змейка Вьюн. Прикинь, у кланфутовцев у этих офигеть инициатива, раз они ходят первыми. Пониженный урон, конечно, у Микеланджело по Змейка Вьюну. Давай, Усаги, заблокируй его. Есть контакт. Ну вот, Змейка Вьюн отдуплился, и начинаем разбирать с тобой вот этих вот кланфутовцев. А, у них отложенная смерть. Ничего себе бомб... Ты посмотри. Ударил, называется, Рокзарчик моего. Вот это жук, а. Давай хильнемся, на всякий случай. Не хочу рисковать. Переходим с тобой на вторую волну и смотрим, кто у нас тут. Так, сегодня, ребята, на втором канале, наверное, будет у нас две новиночки. Ну, я хотел бы, по крайней мере, две новиночки сегодня снять. Но одна так лично будет точно. Спрайтфайрер, это у нас первая игра. А вторая... Хельхейм от разработчиков игры Мануэль Самуэль. Помнит кто, да? Наверное, я думаю, помнят многие. Где мы играем с вами за человека, который умер, и каждое движение нам надо было делать самим. В общем, у них вышла новая игра с головоломками, с там всякими ребусами. В общем, хочу сегодня глянуть. Ну, не знаю, получится ли, но вот одна точно из них выйдет. Так что заходите и смотрите. Так, ну что, ребята, здесь... Ага, здесь мы еще можем пройти. Так что давай попробуем. Ну, закольцованность, по-моему, не получится. Так, что у нас тут? Кирби. Грибок. Ну, естественно, гриб, как всегда, в своем репертуаре начинает первым ходить. Что-то мне тяжеловато как-то говорить. Голос скрипучий. Постоянно хочется пить. Ой. Так, ладно, уничтожили мы с тобой этого. И давай грибочка добьем. Ну, малорик, Рафаэльчик. Так, двигаемся с тобой дальше. Ну, я не знаю, можно здесь, конечно. Давай, наверное, уклоняшку с тобой поставим. Ну, чтобы не рисковать. И массовую атаку. Давай, Усаги, жги. Жги, как говорится, паруса. Оу. Ну, практически, ребята, идеальный был удар. А они все равно в любом случае даже сходить не успеют. Вот и все. Вот и все дела. Легко и просто разобрались. Так, давай-ка глянем, что у нас там дальше. Мы сможем с тобой пойти поверху? Или нам придется немножко... Вот, видишь, друзья мои, вот об этом я и говорил. Если
не получится взять в кольцо. Надо вот так вот отсюда уже идти. Не знаю, почему так они сделали. Ну, это бред на самом деле. Так, ну что же, тут у нас зэк. Ну, зэк, ребята, тоже такой, знаешь, он может бомбануть из пальца лазер и ушатать. Или нанести офигенный дамаг. Ты сам прекрасно видел, да? Как Рэхзару повезло. А если бы с критом бы, я боюсь, он упал бы. Да вы достали, дайте мне сходить. А, у них ускорение. Подожди, а кто ускорение на них повесил? Да ё-моё, мне надо вот этого валить. Кто-то им повесил ускорение. Это, наверное, этот, как всегда, Маузер. Только они там способны всякие гадости вытворять. Ну, здесь все довольно легко. Здесь, ребята, мутагеноиды, здесь крип. Ничего страшного здесь нету. Давай, наверное, заблокируем крипа в первую очередь. Попробуем. Не получилось, а если пробивным? Отлично. Так, ну, следующий, конечно, мутагеноид будет. Так. Ну, эти дурачки начинают орать. Сейчас каждый будет кричать. Кстати, это опасно. Сейчас у нас надо хильнуться-то мы с тобой не можем, верно? Неверно. Так, ладно, давай попробуем так бомбануть. И я возьму провокацию, я не буду рисковать. Ну, мутагеноид может сделать и массовую атаку, не забываем об этом. Смотри, что творит, а? Кулаком просто звезданул, а? Блин, надо было хильнуться. Что же я делаю-то? Блин, что я делаю, ребята? Надо хил. Блин, мы его добили. Слушай, это что, я на следующий раунд пойду вот с такими бойцами, у которых, извини меня, по половине хп? А тут еще и Хан. Ой, Хан, Ксивер Монтас. Твою же налево. Ладно, давай тогда сделаем с тобой так. Я не буду брать здесь. Вот так сделаем. Не буду я брать нашего Рэхзара сюда. И как ты понимаешь, мне нужно как можно быстрее сделать лечилку. Ксивер Монтас тоже еще тот жук. Он делает дебаф и, в принципе, как Хан тоже начинает разбирать. Надеюсь, выживем. Так, хилочка. Хилочка, да. Вырубаем хил. Че он делает? Смотри, постепенно урон повесил, а? Вот жучера. И крепкий-то какой. Давай вызовем маузеров. Окей. Так, минус банка. И минус вторая банка. Двигаемся далее. Ну тут, естественно, ребята, лучше вертушку сразу сделать. Ага, минус двоечка. Так, давай, наверное, училку подобьем. Теперь Джастина. Ну, не убили, так заблокировали. Не заблокировали, так уничтожили. Хилку я пока не буду использовать, хотя у Рафаэля вроде бы здоровья не очень много. Но тут видел, у Бакстера Стокмана был повышенный урон по нанесению именно по крипу. Так что все идеальненько у нас получилось, и мы с тобой двигаемся дальше. Остается тут два уровня и еще здесь два, да? Четыре уровня в целом. Четыре уровня в целом. Возьму сюда, наверное, Армагона. Так, и первый... Опять к Север Монтус. Да ты достал. Тут непоседа-то, а? Этот еще там строчит. Так, ну что? Ну давай уклонение сделаем, фиксим. Через уклоняшку будем с тобой играть. Либо уничтожим, либо заблокируем, да? Окей. А тут, как говорится, и то, и другое. Армагоша укусил. Так, у него броня накастовалась. Отлично. Так, ну что, хлопчики, давайте побеседуем с вами, что ли, я не знаю. Так, у Саги бы не помешало бы вот этот ударчик сделать. Ой-ой-ой-ой, подожди, подожди, а что я делаю? У нас же потом, блин, у нас потом черепашки же будут. Придется это дело отложить. Придется это дело отложить и пойти на обычную боевку. Да. А почему? Потому что я потратил сейчас
У меня нету массовых атак. Мне туда идти на них, тем более на оригиналов. Без суператак это как-то несерьезно, согласись. Давай, наверное, мы с тобой вот здесь вот все это дело накопим. Сделаем подкатику. Тем более Рафаэль, как ты видишь, покоцанный. Конечно же, ребята, это не дело. А там, по-моему, будет первым у нас Ванька, да, стоять? По-моему, Ванюша. Если я чего-то не путаю. Да, Ванька. Вот мы сейчас с Ваньки-то как раз и начнем. Здесь заодно и отхилимся. Уже на втором, наверное, на второй волне. Или же придется даже на первой. Так, тут главное... Вот, отлично. Так, добьем? Бьем, ребята, обычными атаками. Так, здесь хильнемся. Бьем обычными атаками для того, чтобы нам на оригиналах хватило суперударов. Но, опять же, тебе повторю, мы сейчас с тобой оригиналов-то завалим, да? Суператаками. А на Кренга мы что пойдем? С кукишем? Скорее всего, так и получится. Пойдем мы с тобой с кукишем к нему. Блин. Немножко я неправильно делал. Не надо было вот так вот в кольцо брать, да? Твою ж налево. Блин, нет, крысиный король, мне кажется, сильнее будет, чем паукус. Хотя тут фиг поймешь, как пойдет, ребята. Так, ну что, уничтожаем паукус. Готов. Повезло-то как, а? Так, этих сейчас с тобой быстренько распишем и пойдем уже на оригиналов. Все. Так, ребята, остается лишь два последних боя. Оригиналы и плюс Крэнг. Ну, с Крэнгом, я думаю, мы с тобой справимся, в принципе, без особых проблем. Вот оригиналы, да, могут нам сделать взбучку, если захотят. Могут, могут, причем в легкую. Давай, наверное, возьмем с тобой Бакстера. Почему я его взял? Потому что, ребята, у него две массовые атаки. Одна еще и с наложением постепенного урона. Естественно, здесь надо уклоняшку влеплять. Ой, твою ж налево. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну ладно, поехали. Хотел, честно говоря, думал, есть массовая атака. Давай так делать. Ну, будем Кренга бомбить, чем останется. Так, иммунитет вешает Лев. Ну, естественно. Ну, как же? Как же может быть по-другому, чтобы Леонардо не взял провокацию на себя? Давай вот так попробуем пробить. Угу. Что-то получилось. Вау. Майки, ну ты красавчик. Ты пробил Леонардо с его, как говорится, провокацией и с его суперуклонением. Молодец. Ну, потому что Майки сам проворный парень, да? У него тоже, будь здоров, уклоняшка такая. Ну что же, и мы с вами переходим на последний, заключительный бой в этом этапе. Так, я Урмагона не тратил? Метеорит? Не помню, я знаю, что у Бакстера точно... Так, подожди-ка, мы даже вот так, наверное, лучше сделаем. Я думаю, через железную голову, если что, ну, провокация лишняя никогда не будет. Хотя, ай, тут еще Рокстеди, ё-моё, я совсем забыл. Ну, естественно, надо начинать именно с него. Ну-ка, две атаки. Ага, все в трубу. Давай, Лео. Одна атака. Оскорбление повесил, да? Так, оскорбление. А если я вот таким вот сделаю образом, а? Все, доскорблялся. Ну что, друзья мои. А вот и супер-пупер Крэнг. Давай, давай, давай. Вылази. Специально, ребят, поставил на первую скорость. Что-то музыки никакой нету. Окей. Вот такой вот, да, ты, значит, парень. Ну-ка.
Ребят, мы уже ему заблокировали способности. Уже. Так, проникающий. Это действительно Крэнк или это какая-то пародия? Друзья мои, это что-то не похоже на него. Ты бич. Ну, Майки, добивай. Ты серьезно, что... А, во, во. Есть. Друзья мои, я нас поздравляю. Мы с вами в очередной сотый раз победили Крэнга. Ну, а теперь самое главное, самое вкусное, как говорится, да? Святой гуакамоле. Да-да, святой гуакамоле. Давай-ка мы с тобой будем открывать пак. Так, Майки оригинал, нормуль. Донни оригинал, отлично. Рафаэль оригинал. Нифига, они мне дали всех черепашек практически, кроме Леонардо. Ну что же, собрать и сбросить, поехали. Что нам здесь? Опа, Рафаэль фильм, а в принципе он нам не нужен или нужен, не помню. Так, Рафаэль оригинал, уже хорошо. Так, Махман и нейтрализатор нам как бы не нужны особо. Кейси Джонс тоже, во. Леонардо ролевой. Ну давай, 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 еще что-нибудь, ничего не подкинул больше, а? Так, Майки классика. Опять же, Майки классика и Рафаэль классика. О, Донни оригинал, Рафаэль классика и Рафаэль оригинал. Донателло классический и Донателло оригинал. Ну, я, ребята, считаю, что очень-очень классно. Из обычных сундуков, конечно, не очень хорошее выпало нам. Вот Леонардо ролевой, то, что нам достался, это классно. А все, что остальное, очень даже шикарно. Ну что, друзья мои, мы сегодня поиграли, отыграли как могли. Я думаю, все у нас получилось отлично. Будем закругляться и обязательно увидимся в следующей серии. Так что всем пока, до скорого и удачи вам.